Круто, когда оба принимают решение. Main sword. Ну, знаете, как я считаю, мужчины правят миром, а мужчинами женщины. Вот так вот у нас все и происходит в этой жизни, такая система. Все войны из-за женщин. Все проблемы из-за женщин. Каких-то женщин не поделили, поэтому и война и началась. А так, были бы здесь одни мужчины, вам бы ничего от этой жизни не надо было. Вы стараетесь чисто для женщин, вы растете для женщин. Как бы вы это не отрицали, но это правда. Все ради нас. А вы от нас. Моя мудрая подруга. Просто иногда мужчины не любят, когда говорят об этом. Иногда легче притвориться, как будто ты просто да-да-да, согласна, Жан, любимый, ты прав. Ой, give me money, please. Мужчины правят миром. Да, согласна. А мужчинами и женщины. Всего лишь. Скажите время, ребята. Сколько время? Я должна быть там в 11. 10:10, все нормально. Хотя, блин, пока я доеду, пока я докрашусь до конца, меня уже немножко напрягает, что я так долго крашусь. Спасибо за подарочки. О, как много меня задарили. Спасибо большое. Самый мой ненавистный период — это та самая неделя, один раз в месяц, когда меня еще и сильно высыпает. Просто пожелайте, чтобы я никому настроение не испортила. Мои сообщения видны вообще? Видны, просто я их игнорирую. Иногда. Girl is kingdom. Kept. На языке пирсинг или мне показалось? Алина, вам показалось. У меня нету языка. Ой, у меня нету пирсинга на языке. Языка нету. Странное. Не проснулась, что ли, еще? Блин, сколько вам часов хватает выспаться? Мне надо поспать часов 10 минимум, чтобы я проснулась, у меня было настроение жить эту жизнь. И чтобы я просто никому не откусила голову. Как у вас ничего не болит? Как это понять? Ничего не болит. Какой тон используете? Я использую Dior Forever Natural. Тебе не хочется отвечать тем мужчинам, которые растут для себя? Что? А какого года? 2003-го. Понимаю. Хлопай, хлопай. Для женщин нормальный здоровый сон должен длиться 10 часов. Вот, я тоже, кстати, видела об этом теорию, что женщинам нужно спать 9-10 часов. Хотя я иногда беру и ругаюсь с некоторыми мужчинами, которые меня осуждают за это. Говорят, типа, вот, тебе хватает 7-8 часов сна. Такая, какой нет?
Милый, мне чтобы проснуться нормально, знаешь, в хорошем настроении, мне нужно просто, ну, хотя бы 9 часов поспать. 9-10. Иначе все. Можно сказать, день уже плохой. Просто держитесь на расстоянии. Ну, конечно, я никому настроение не буду портить, но хочется. Типа, ты и так уставшая. С тобой еще люди разговаривают. Нормально, мужчина напишет в час дня. Добрый день. Моя спящая красавица. Да, реально. Нормально, мужчина. Куда? Я завтракать иду. Ага. Так говорите, как будто вы лично знаете. Ага, не ага. Промолчим. Где-то там мой бывший рассмеялся. Голос. Ой, какой-то фанатик. Очень красивый. Хорошего дня. Спасибо, Анеля. Вам тоже. Откуда кисточка? Это кисточка именная. Напишите, пожалуйста, в Инстаграме именные кисточки Астана. И потом у вас выйдет. Я вот написала Индира Камалова. Ты себя видела вообще? Ой, спасибо, девочки, что заступаетесь. Надо их сразу на место ставить. А то распоясались совсем. Так, давайте сделаем рюмашки Dior. Вот эти, которые холодные. Такой оттенок пинк. Я знаю, что они мне не подходят, но просто я их купила, и меня жаба душит, что я их не использую. Короче, я проходила тест, какой мне макияж подходит. И там получается по тому, какие у тебя губы, какой у тебя овал лица, какие у тебя глаза, какой тон кожи. Мне, короче, сказали, то, что мне подходит макияж нюд. А есть, короче, макияж холодный, есть какой конфетный макияж и корейский макияж. Ну вот, мне, короче, подходит только нюд. Я такая, блин. И вот как раз таки вот эти румяшки, они подходят больше для холодного макияжа. Вроде коррекцию делали. Ну, как сказать. Это просто бровки у меня с перманентом. Ох. Кажется, я так хуже выгляжу. С этим освещением. А так у меня вот получается перманент, и коррекцию я постоянно делаю. Так,